филармония имеет греческие корни и состоит из двух прекрасных слов «люблю» и «гармония». Филармония – это музыкальное общество, которое занимается организацией концертов. В России первая филармония была открыта в XIX веке в городе Санкт-Петербург. Эта филармония работает по сей день и носит имя великого русского композитора Дмитрия Шостаковича. Сегодня филармонии есть во всех областных центрах России. В филармонии можно послушать концерты симфонической музыки, концерты творчества вокалистов и пианистов –